Двое вражеских часовых охраняют пост на морской набережной. Для караульных это выгодная позиция. Территория как на ладони, никто не сможет проплыть незамеченным. Но только не десантные войска. Скрывшись под водой, аквалангисты добираются до пирса и оглушают часовых. Вскоре на берег высаживаются основные силы ВДВ. Инсценировку высадки десанта организовали участники военно-спортивного клуба «Миксэйр». Сейчас в нем состоят более 50 юношей и девушек. Были показаны самые обычные тренировочные занятия, тренировочные будни спецназа воздушно-десантных войск. Очень давно созрела эта идея показать интересное выступление, показательное выступление в стиле воздушно-десантных войск. И вот, наконец, мы это сделали ко 2 августа. Очень понравились. Вообще мы любим войска, ВДВ. И всегда с почитанием к ним относимся. Это вообще классные ребята. Я сам служил и знаю, что это такое быть с оружием и на высоте, как говорится, с неба на землю и в бой. Это классно. После проведения учебной спецоперации – фотосессия с жителями и гостями курорта. В завершении шоу участники клуба показали зрителям мастер-класс по рукопашной борьбе. Теперь воспитанники «Миксэйр» будут готовиться к следующему мероприятию. Уже в сентябре они пройдут курс молодого бойца. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа регион.